Сегодня произошла ужасная трагедия в одном из московских ресторанов, где народная артистка России Александра Захарова отмечала свой 61-й день рождения. По свидетельствам очевидцев, во время празднования Александра Захарова упала на лестнице и получила серьезную травму головы. Несмотря на немедленное прибытие врачей, которые были вызваны на место происшествия, не удалось спасти жизнь талантливой актрисы. Она скончалась от кровоизлияния в мозг. Александра Захарова была известной народной артисткой Российской Федерации и ведущей актрисой знаменитого театра «Ленком». Она была не только талантливой исполнительницей, но и дочерью известного режиссера и художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. В связи с этим Александре Захаровой приходилось преодолевать большие трудности и работать усерднее, чтобы доказать свою независимость и профессионализм. Гибель Александры Захаровой стала огромной утратой для российской сцены. Ее яркий и неподражаемый талант навсегда останется в памяти и сердцах поклонников и ценителей искусства. В эти трудные для родных и близких времена мы выражаем искренние соболезнования и поддержку. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео в знак памяти народной артистки. Здоровья вам и вашим близким!